Главное, ничего не разбить. Тут тоже ничего серого нету. Я его решила в мусорках искать, уже серую еду. О, это серый кот, я помню, как мы его ели. Берись свою камеру. Я просто не представляю, как в таком милом магазине можно что-то покупать с гневом. Но тебе придется это сделать. Ты готова? Да. Как же меня бесит эта косметика. Просто. Сейчас бы все сломать. Поставь лайк, ты краш, на канале Ебу. Всем привет, ребята, и добро пожаловать в новое видео. Перед просмотром убедись, что ты поставил большой палец вверх. И наслаждайся этим видео. Подпишись на канал, если ты все еще этого не сделал. Ну а мы начинаем наш субботний челлендж. Итак, ребята, как вы помните с прошлого видео, теперь у нас есть вот такой вот кубок Мэш, который мы разыгрываем каждую субботу между друг другом. Для тех, кто не в курсе, я поясню. И тот, кто выиграл этот кубок, имеет право не убираться всю неделю дома. Отдай. Нет, это точно будет мой кубок, потому что я тебе придумала, знаешь, какой челлендж? Какой? Челлендж будет называться «Головоломка челлендж», Ева. Что, я буду голову ломать? Голову ты точно будешь ломать. Мы только что посмотрели мультик «Головоломка 2», и мне пришла гениальная идея устроить Еве челлендж по этим эмоциям. Итак, Ева, слушай внимательно. У тебя будет 10 эмоций, которые ты будешь рандомно тянуть, не зная, какую вытянешь. Мы будем выбирать магазин, и ты должна будешь скупить все в этом магазине согласно цвету героя и с его эмоциями. Например, если тебе попадается гнев, то ты идешь в магазин, и покупаешь все красного цвета с эмоциями гнева. Ты готова? Help. Да, я испытываю на данный момент эмоцию стыд. А какую эмоцию чаще всего испытываешь, расскажи? Хандра, наверное. Чё, какая хандра, ты чё? Я, ну, взрослая иногда вообще хандра жесткая. Типа, еще я, ну, радость, брезгливость. Я вообще киню брезгливость жесткая, это прям мой персонаж такая. Сейчас посмотрим Еву во всех 10 эмоциях и поймем, какая эмоция подходит Короче, Еве. Артур – это гнев, а я брезгливость. Ты увидела, там они жестко ругались иногда, там этот гнев злился, брезгливость такая. Да, точно как вы. Ребят, напишите в комментариях, какие эмоции вы испытываете чаще с головоломки и какие вам больше всего понравились. Ну, а мы начинаем. Первый магазин, в который мы идем, это магазин косметики. И Еве предстоит сейчас купить всю косметику, какую она только сможет там найти. Бюджет, кстати, не ограничен, но определенного цвета и с определенными эмоциями. Видите, желтый выпадет радость. Моя, конечно, главная задача, чтобы Ева, ну, не выиграла этот челлендж, потому что я хочу, чтобы кубок Мэш остался у меня, и я была освобождена от работы, поэтому я всячески буду ей не помогать в этом челлендже, и чтобы она его проиграла и отказалась проходить все остальные эмоции. Я очень хочу, чтобы у меня выпал стыд, потому что он розовый, вот, и я всегда испытываю стыд, и поэтому мне легко будет. Я не знаю, почему у меня такая вот фигня. Испытываю стыд, когда что-то посмотрю. Почему оранжевый? Салют! Я тревожность. Простите, мы так переволновались перед нашей встречей. Буду играть тревожность и испытывать стыд. Так, а может вот это взять? Блин, можно вот это взять? Блин, где же сам с чепучиксом? Блин, а если я его не найду? Блин, а вдруг я не вышла? Мне плохо. А вдруг, если я это сейчас не возьму, меня придут и украдут кто-нибудь куда-нибудь? Надо обязательно взять. Короче, у меня вообще очень часто тревожность спадает, прям очень жестко, я вообще не могу. Крем для лица. А вдруг ты не можешь этим кремом и мне лицо станет все оранжевое? Пишите в комментариях, что еще может случиться. Также я молилась, чтобы мне попался розовый. Я купила консилер, который я хотела. Тут все вот розовое. А я, кстати, рада, что ей выпал не розовый цвет, потому что действительно розовой косметики очень много, а оранжевой меньше. Значит, она не так много денег потратит, и ей будет сложнее пройти этот челлендж. Главное, ничего не разбить. Я поняла, что мне нужно вводить одно ограничение, а на магазин давать не более 10 минут, потому что это растягивается, оно невозможно долгое. Она реально сейчас скупит здесь все оранжевое, и я потрачу целое состояние. С эмоциями она справляется прекрасно. А что это, на меня тоже уже напала тревожность? Надо как-то ее выводить из этого магазина, иначе мы останемся без денег, и нам нечего будет даже кушать. Я выбежим отсюда. Ой, да? Блин. Это я возьму, если у меня порвется пакет, я положу все в косметичку.
Ну что, Ева, ты набрала всего оранжевого с тревожностью. Как это было? Ой, там кто-то в оранжевом платье. А это тревожность в реальной жизни? Блин, ну вообще, тревожности вообще никакой не было, был стыд. Я же говорю, был стыд. Оранжевый цвет тревожности стоил мне немалых денег, поэтому теперь плюс ко всему добавляется время 10 минут. Следующий магазин – это магазин одежды. И какую эмоцию бы ты хотела выиграть в магазине одежды? Печаль. Ну давай проверим твою удачу. Я пить чай. Зависть. Но она, кстати, такого цвета мурена, цвета морской волны. Это почти синий. А тебе нужно попытаться найти что-то такого цвета и покупать эти вещи с завистью. Я зависть. О, какие волосы. Ева, на все про все, у тебя 10 минут. Время пошло. Ева куда-то уже убежала, я за ней не успеваю. Ребят, напишите в комментариях, как вам челлендж такой по головоломке, какие эмоции вы испытываете и какие эмоции нужно добавить в головоломку 3, пишите тоже. Ой, такие кроссовки я видела у популярной блогерши, их уже зафорсили. Ну, я бы хотела такие купить, но мне не подходит. Какой топик, мне не подойдет, а моей подруге подошел. Еще время ограничено. Ой, а у всех вот в челленджах неограниченное время. Все могут купить такую юбку, а я из-за челленджа не могу. Потому что мне нужен цвет какой-то там волны. Вот на этот вот. Ну ты даже размер большой. Почему всем все подходит? Нет, где мой размер? Я хочу себе тоже платье. Ев, у тебя, помни, что у тебя 10 минут, вариантов нет, тебе нужно купить хоть что-то, иначе ты проиграешь челлендж, и кубок Мэш уйдет мне. А ты хоть что-нибудь, блин, делай, чтобы выиграть. Беру. Я беру вот это, надеюсь, оно мне подойдет, иначе я умру от зависти. Не помните мне об этом образе. Для она по ничего, ну, как будто жирная какая-то. Образ какой-то рэперши. Я почти проиграла, мне ничего не подходило. На последней секунде я взяла эти вот крабики синенькие. Если б не они, я проиграла уже. Несколько сложно пришлось с завистью, да, Ева? Во-первых, и цвет такой, где вообще сложно найти какую-либо одежду. А тут, что мы нашли, точнее, нашла Ева, оказалось, ей велика даже самый маленький размер. Как же я вас завидую тем, кому как раз эта одежда. Ну, вообще, мне как раз, ну, блин, ну, мне не нравилось. Но она все равно большевата. Но что-то Ева, большевато, что-то. Да, Ева выкрутилась крабиками. Блин, ё-моё, я уже так надеялась, что кубок будет мой. Мама, смотри, я вижу магазин с бомбочками. Давай там проведем челлендж. Ну, давай. Хандра. Блин, а ты еще фиолетового цвета. Мне уже страшно, реально. Ева, ты помнишь, как хандра себя вела? Хан что? Ну, по-вашему, это типа скука. Очень депрессивно, ей вообще все равно, да? Поэтому тебе все равно на эти бомбочки, не бери их. Мы зашли в магазин бомбочек. Тут какие-то фиолетовые. Так, бомбочки. Фиолетовые бомбочки. Смотри, какая есть. Огромнейшая просто сахарная вата 3XL бомбочка. Вообще все равно. Ева отлично справляется с хандрой, но ей нужно что-то купить. Здесь она все равно проиграет челлендж. Розы и какао. Что это за стирки? Так лень нюхать. Ева, не забывай, что у тебя 10 минут времени всего лишь. Ну что, вы что-нибудь выбрали? Ну, я не знаю, положите мне пару фиолетовых бомбочек. Ну и вот эту. У меня пакет. Странная какая-то. Хорошо, что Ева не купила просто огромные бомбочки 3XL. Вы видели, там одна бомбочка 2000 стоит. Она вот такая огромная, она как моя голова просто. И, ребята, если на этом видео будет 15 тысяч лайков, то мы купим эти огромные бомбочки и просто взорвем нашу ванную. Так, Ева, давай выбирай эмоцию. Я думаю, самое прикольное было бы, если бы тебе попалась брезгливость. А тебе попалось что? Ностальгия. It was like 30 seconds ago. Yeah.
Those were the days. А у меня появляется шанс выиграть этот челлендж, потому что найти серую еду, да еще покупать ее с такой ностальгией, это непростая задача, я вам скажу. Ребята, напишите в комментариях, какая серая еда бывает, потому что я вообще не знаю, что можно найти на фудкорте серое. Ребята, напишите в комментариях, использовали вы эмоцию ностальгию в своей жизни. Вот я, да. У меня ностальгия по прошлому лету, вообще просто целый год, просто по прошлому лету вот так скучаю, по августу. А у меня ностальгия, ребят, по тому времени, когда вы суперактивно писали приятные комментарии, ставили много-много лайков, и наше видео залетало в рекомендации. Так что давайте повторим, вернем меня в эту ностальгию. Ностальгии по маске, по ковиду у меня нету. Я помню, как я ела этот синнабон, потом меня тошнило весь вечер. Блин, ностальгия. Больше никогда не буду есть синнабон. Ева, ты понимаешь, что у тебя всего 10 минут времени, не забывай. Ты с ностальгией должна найти серую еду. Так, есть что-нибудь тут серое? Нет, не вижу. Тут тоже ничего серого нету. Я решила в мусорках искать уже серую еду. О, это серый кот. Я помню, как мы его ели. Вот такое у меня получилось найти. Тут капельки тревожности тут и ностальгия. Каша из курицы. Хлебушек. Как же я в садике любила кушать хлебушек. Ев, а вот это вот что-то на серое не очень похоже. Тут сейчас белое. Я перемешаю черное с белым и будет серое. Кто тоже так делает, с пола поднимает в ТЦ и вставляет обратно в стакан, так не делайте. Или то, что упало на меньше, чем на 5 секунд, не считается упавшим. А, да. Я помню, как мы это ели в 2022 после школы. Это так вкусно было, я прям не могу. Мы пришли к следующему магазину, скоро в школу идти, и закупка канцелярии необходима. Поэтому вытягивай следующую эмоцию. Брезгливость. Это брезгливость. Следит, чтобы Рали поменьше тошнило. Брохоли! Ну, для начала возьмем корзинку. Блин, я же столько людей трогали, что возьмут эту. Боже, все-таки я Sigma Woman. Какая мерзость. Канцелярия. Это не канцелярия, Ева. Какая тяжелая бумага. Это так от... Брать сильно, извиняюсь. Берись с руками. Хватит с меня этих мерзких ручек. Переходим дальше. Становлюсь майнкрафтером. Как это брать в руки? Все зеленое. Я уже на кассу. Я просто не могу это уже терпеть. Мам, давай ты купишь мне это. Нет, это не по цвету челленджа. Душнило дважды? Мне теперь еще с зеленой канцелярией в школе пользоваться. Следующий магазин просто очень милый магазин всяких-всяких штучек. Ну давай смотреть, что тебе попадется. Не подглядывай, закрывай глаза. Гнев. Это гнев. Я просто не представляю, как в таком милом магазине можно что-то покупать с гневом. Но тебе придется это сделать. Ты готова? Да. Что за палетки сраные? И пожалуйста. Как же меня бесит эта косметика. Просто. Сейчас бы все сломать. Тут все такое милое, почему не красное? Красная собака. Ужаса, кто это вообще все? Что это за пипец? Красная сладость. Он так уже красный, как мой огонь на голове. Нет, Ева, с другой стороны оно зеленое. Выкладывай. Нет, вот да. Все, всего набрала, просто всего. Можно идти на кассу. И пакет дали с красным, прям прошлый. Нет. Я вообще уже начинаю травиться этот челлендж. И кубок точно будет мой. Следующий магазин у тебя спортивный. Печаль. Я печаль. Очень печально, что мне надо купить кроссовки. Время пошло, Ева. Какой же красивый рюкзак. Очень печально. Жаль, что у меня челлендж. Покупать сейчас только синие. Я не смогу себе купить вот такие кроссовки. Ну, так и беру вот такие вот синие. Как печально, что это не отдельно, а комплект.
Ева отлично справляется с эмоцией печали. Мне просто прям аж смешно. Это печально, но я в это все выбрала. Я даже синюю коробочку получила. Все. Все, прекратили печалиться. Ева, у тебя осталось еще несколько эмоций. Следующий магазин – это детский магазин, магазин игрушек. Чистые? Пятюню? Ой, какая у тебя потная ладошка. Ева, ты идешь покупать игрушки розового цвета за 10 минут. Офигеть, там уже куча розового цвета. Ну, пойдем. Не стыдно. Это не я. Здесь меня никто не узнает. Как же мне это стыдно все для детей брать. Но все равно питомчики милые. И вот это вот. Только не это, Ева, только нет, это целое состояние. Нет. Это уже полная телега. Прошло только 2 минуты челленджа. Унес. Стой. Это еще одна тележка. Боже, зачем я придумала этот челлендж? Я просто сейчас останусь без денег. Я сама как стыд. Ой, эмоция стыд. Так. Розовая фламинго, нам понадобится Monster High. Как стыдно, что за позор. Это мини-кухня розовая. Так, а теперь пошли в лол, в лол, в лол. Стоп. Нет. Еще вот это вот. Ева, стоп. Нет, еще скорее лол. Время. Еще лол, еще 5 минут. Я столько времени потратила на поиск этих лол, а розовых нет. Ну вот, вот. Вот. И вот. Ну это такая розовенькая. У нее почти все розовое. Теперь я готова идти на кассу. А еще Барби. Нет, мы закончили. Я купила детские игрушки. Справилась я с этим нормально. Ай, меня сейчас собьют. Поезд. С тобой стоит прокатиться на поезде. Сейчас я надую большой пузырь. Мне стыдно, капец. Ева, следующее место, куда ты идешь, это вот такой детский парк аттракционов. И у тебя осталось 2 эмоции, страх или радость. Конечно, круче бы, чтобы тебе радость попалась. Радость. Еве попалась радость. Меня зовут Радость. Райли. И Ева сейчас, как маленький ребенок, будет радоваться всем аттракционам. Ев, у тебя ровно 10 минут, чтобы успеть тут везде побывать. Так, мерим рост. Ты тебе еще, да, еще чуть-чуть подрастешь, и тебя уже не пустят сюда. Ура! Я еду на печке, как Емеля. О! Да я еду на печке по этим глубоким ямкам. Я потеряла Еву во всех этих лабиринтах. Ева, ты где? Где Ева? А, вот она! Я так не рада! Да, тебе не должны покинуть силы, Ева. Осталось времени немного. Это звук волшебства. Сейчас все на меня подпишутся. О, иди! Как туда попасть? Ева, иди скорее. Это как раз радость. Смотри, это кружочки, которые откладываются в памяти. Это самый кубок, который получаю. Подожди, еще рано тебе получать этот кубок. У тебя впереди еще целая одна эмоция. А у меня есть шанс все-таки кубок оставить себе. Ева, надо пополнять срочно новый челлендж, пополнять твое сознание. А вот такое воспоминание пойдет? Это очень огромное воспоминание. Ева, это воспоминание уже я чую, когда у тебя будет 5 миллионов подписчиков, мы устроим большой яркий праздник. О, да. Так что, ребята, скорее подписываемся на канал, добьем 5 миллионов подписчиков, устроим огромный праздник, и у Евы будет такое крутое воспоминание. Ну что, Ева, 10 минут твои заканчиваются. Как бы тебе не нравилось радоваться, челлендж есть челлендж, так что пора отсюда выходить. Я хочу еще радоваться. Порадуешься в другой раз. Пошли. Ева, тебе предстоит последняя эмоция. Мы все знаем, какая она. Ребят, пишите в комментарии, что это за эмоция. Тут даже тянуть нет смысла. И это у нас... Стражи. Это страх. Он смотрит, чтобы с нашей Райли ничего не случилось. Ева, это страх. Тебе это надо страх. С чувством страха за 10 минут купить здесь фиолетовые вкусняшки. Ты готова? Да, но мне очень-очень страшно. Я хочу взять моти, но мне кажется, они невкусные. Мне очень страшно. Просто там, реально, вдруг я отравлюсь, мне очень страшно просто, реально. Блин.
Такой-то не фиолетовый, мне страшно это брать. Какой-то секретный бокс, а вдруг там что-то вылетит на меня? Мне страшно. А вдруг мне эти волшебные пузырьки унесут в другой мир? Мне очень страшно. Очень страшно, просто реально безумно страшно. Короче, тут фиолетовая упаковка, но мармелад разного цвета. Вдруг это не зашибается, мне очень страшно. Это считается за то, что я пройду челлендж? Ответь, мне страшно. Вот такой вот напиток есть. Есть персиковый. А вдруг персиковый вкусный, виноградный? Нет, блин. Мне не понравится. Есть еще вот такой вот. Ой, я не знаю, как мне взять, мне страшно. Интересно. Фиолетовый энергетик мне продадут? Страшно покупать, вдруг мне его не продадут. Цены. Ну, кстати, есть вот такой вот кислый Мендес. Если бы он был фиолетовый, я бы его купила. Теперь мне очень страшно это пробовать, но я очень хочу попробовать Фанту. Но очень вкусно. Ну что, Ева, я тебя поздравляю с окончанием челленджа. Ты сегодня прошла все 10 эмоций. Ребята, пишите в комментариях, как вам был челлендж, какие эмоции испытываете вы, какая эмоция вам больше всего понравилась, как изображала Ева. И кубок все-таки, кубок Мэш достается Еве, и она опять целую неделю может не убираться дома, а мне придется убираться. Но зато в следующую субботу я обязательно постараюсь выиграть новый челлендж. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мой кубок поедет со мной домой. А вы, кстати, три лучших комментария с прошлого видео.